Здравствуйте, дорогие рыболовы. Ну вот он, Аксеновский пруд. Пойду-ка я вниз спущусь и посмотрю. Вот Владимир Васильевич выцеживает тут по одной штучке из лунки. Лед совсем не очень хороший. Ну, рыба вот такая. Дергает. Ловит он на чертика традиционного. Ну, не набрасывается на чертика рыба. Она и никогда-то не набрасывалась здесь. Здесь ее надо выцеживать. Рыба достаточно капризная. И пруд капризный, и все капризное, и погода капризная. Вот залез Вовик в куст. Может, в кусту тут что-нибудь есть этакое. Так, кто-то прикоснулся. Ну, какая-то, наверное, мелочь. Мелкий окушок тут еще может водиться. Ах ты, тот тюкнул. Продолжается попытка ловли. Не очень-то. Но Вовик все равно сидит такой задумчивый. Напряженный. Вот такая вот рыбалка. На озерах, на прудах. Это еще хорошо, еще здесь зайти и можно. Вот она. Ну-ка покажи хоть поближе-то. С полладошки. Ну почти с ладонь. Уже зачетная. Вот так что-то. Крупняк попер. Крупняк. Вон он, какой крупняк. О, поперла. Сошла? Такая. Ой, да, хорошая была, грамм на 300. Грамм на 300? А тут такие бывают? Нет, не бывают, но была грамм на 300. Опять сход. Вот так она берет вяленько, но крупная, очень. Грамм на 73, возможно, даже на 74, а может быть, даже и вообще 62. Крупную рыбу берет осторожно, конечно, а тут вообще яма. Тут сейчас, наверное, не вытащишь ты даже из лунки. Вытащишь? Ну, не знаю. Неудачно. Ладно. Главное, что она здесь есть. Вот она. Не сразу, так... О, сошла. Да что ж такое-то у тебя все происходит? Визит-эффект, что ли, на камеру? Ну, ловля веселая такая. Сходы. Сходы и сходы. Наверное, очень крупная. А раз крупная, значит, очень умная. Вот так вот. О, какой! Ну-ка, дай посмотреть его поближе. Ой, ты какой страшный-то. Размером в 3 чертика. Так. Что-то опять. О-о-о! Ну-ка, ся. Дай мне на нее посмотреть, в глаза ей загляну. Дай я ей в глаза загляну. И хватит. Есть такая партия. Нам как раз такая нужна на консервы. Вот в основном она такого размера. Вот, самая консервная. Сладкая, невозможно. Мы же не зря советуем делать домашние консервы из такой рыбы, потому что куда ее еще девать?
жарить ее невозможно. Солить, таранку из нее делать, потом просто пососать и выбросить. А вот эти самые консервы с томатиком, ой, с овощами, это просто прелесть. Вот, так что давай, Вовик, лови, лови, чем больше, тем лучше. Ах ты, кто-то щипит. Щипит, а брать не хочет. Вот она! Есть. Вот он какой. Окунь. О. Ну такая рыбалка вот на Аксеновском пруду. Вот поглубже-то оно может быть даже и получше. Что-то под берегом особо не берет. Ну, а правда и по... Ох ты, смотри. Есть рыбка-то, оказывается. О, какая, ничего, такая как раз. На эти еще пойдет, на шпроты. О, какая. Вся в снегу извалялась. Я ее даже снять не могу. Вон, какая скачет. Есть. Есть все-таки. Отлично, Вовик. Вот она еще одна. Ой. Вот она. Ха-ха. Окунь, дай. Прям можно сказать окунище. Вот туда его в лунку. Все. Вот на этом-то мы точно заканчиваем съемки. Еще.